Я проехал полмира, наверное, большую часть его. Но такой красоты, как здесь, не видел нигде. Это самое потрясающее путешествие, которое было в Якутии. Это не просто место, это место красоты. Это место потрясающих ощущений. Если вы не были в Якутии, вы не были нигде, друзья. Медиафорум – это площадка, на которой обкатываются идеи медийные, не только медийные, которые станут в ближайшем будущем, я думаю, доминировать не только в Тихоокеанском дальневосточном регионе и в Арктике, но вообще во всей России. Потому что то, что происходит здесь с точки зрения новых идей, с точки зрения обработки этих идей, это, конечно, выдающиеся события, абсолютно выдающиеся.